Ну, здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что пришли, нашли время. Так, по, сказать, по желанию всех нас, сегодня опять продолжаем то же самое, про смерть, да? Хорошо. Ну, давайте, друзья, продолжим про смерть. Правда, я не совсем помню, где мы остановились тогда. Можно я хочу остановить? Давайте. Вы остановились о том, что суд творится, и в момент смерти вы... Вот так вот научно, да? Суп сварился, да. И в момент смерти... Вот. А что продолжать-то? Все, конец, финита ля комедия. Нет, это только начало. А это только начало, да. Так что надо будет продолжать фактически с момента смерти. Да. Да. Ну, давайте сначала немножко разогреемся. Мне самому надо разогреться. Это получается так. Скажите, пожалуйста, вопрос. У нас новые сегодня есть? Да. Вот один новенький. Относительно, да, немножко поношенный, понимаю, уже километры свое говорит, майлыч о своем говорит, да, сказать, год производства, я не знаю, как сказать. Ну, в общем, скажите, пожалуйста, а вот новенький, он про смерть уже слышал до этого, то, что я болтал? Вкус. Да, вкус. До супчика дошел? Да. Да. Два раза до супчика дошел. Ну что ж, ребят, что я могу сказать? Не могу сказать, что вот теперь только начинается самое интересное. Ну, вот теперь только начинается самое неожиданное. Вы знаете, обратите внимание, что из тех, кто умирал, на самом деле, то есть окончательно, когда уже крышка не закрывается, супчик протек, никто не возвращался. Как-то получается. Вот любопытно, почему? Вот родиться возможно, переродиться именно вот в прямом смысле, вот прям просто так невозможно. Да говорят, что есть перерождение, есть инкарнация, да, то есть человек, родившийся один раз, потом умерший один раз, его душа, пока это так будем называть, или там, что от него остается, проходит определенные фазы и снова возвращается в тело. Так говорят. Причем прямо душа рвется вернуться в тело. Вы, я не знаю, вы знаете, как, какой там протокол после смерти идет? Нет. Вот это как раз хотели. А, ну я сейчас скажу, как говорит нам, как наговорили нам теология. Значит, у нас идет, скажем, не теология, а теософия, потому что теология не совсем так говорит. У нас идет там ад, чистилище и рай. Вы знаете, я предлагаю так, давайте не оставим, а давайте посмотрим другим взглядом на то, что подразумевается под адом. Ну вот, мы, вы нормальные люди, я подстраивающийся тоже под нормального. Скажите, пожалуйста, что для нас представляет, как мы воспринимаем слово ад? Ну, мучение, наказание, страдание, радание. То есть комплекс таких, комплект эмоций по нашим человеческим понятиям неприятных. Обратите внимание, неприятных. Ну давайте посмотрим на эти неприятные эмоции. Скажи, пожалуйста, мучение, вот слово мучение, что мы под этим подразумеваем? С нейтральной позиции посмотрите. Это эмоциональное состояние или ментальное состояние? Какая это позиция? Эмоциональное или ментальное? Мучение. Эмоциональное. Хорошо. Сейчас мы, во-первых, развалим все, что до сих пор было, чтобы потом уже собрать с новой позиции то, что осталось из этой развалюхи. Вот представьте, у вас дома рядом с вами находится человек, который
говорит вам, ну, 30 раз в день. Какая вы дура или какой ты дурак. Вот постоянно, по любому поводу. Вот ты взял чай, налил, говорит, какой же ты дурак. Включил телевизор, дурак. Выключил, дурак. Вот 30 раз в день. Полгода. Можно ли назвать это мучением? Конечно. Нет, это неприятно первый, второй, третий, четвертый раз. А через полгода можно ли это назвать мучением? И если да... Привычка. Но это у него привычка. А если да... то получается ли это, что мучение – это эмоциональное состояние? Ну, если это длится полгода, то это уже норма, понимаете? Для человека, которого вызывают, это норма, и для человека, который обзывает, это тоже норма. Мы оставим человека, который обзывает. Мы только берем того, кого обзывает. Вы хотите сказать, что человек через полгода, случайно не услышавший один день слово «дурак» 30 раз, начинает мучиться, потому что это стало для него нормой. Вы это хотите сказать? Хорошо, теперь поменяй. Мы говорим, ребята, мы говорим всего лишь о слове, о словах. Какой же ты дурак? Все, я человек больше чего не делает. Поменяем «какой же ты дурак» на слово «какой ты гениальный». 30 раз в день, 6 месяцев. Можно ли назвать это мучением? Нет. Нет, интонация искренняя, крайняя. Прям вот смотрят на тебя, как на гениального. 6 месяцев, 30 раз в день. Почему в одном случае «какой же ты дурак» вы воспринимаете как мучение? Это всего лишь слова. В другом случае «какой ты гениальный» не воспринимаете как мучение. И что подразумевается в этом случае под словом «мучение»? И одно и другое сказано с одной и той же монотонией. Нет, я имею в виду монотонность, это повторение одного и того же, в любом ракурсе, оно будет грамматическим заданием. Вы хотите сказать, что все-таки... Подожди. Нет. Мы сейчас идем протоколом. Ты гений. Ты 6 месяцев гений. Но вы почему-то не сказали, что это мучение. Нет, конечно, мучение. Через гений уже надо ездить. То же самое. Позитивная эмоция какая-то. Там, где какие-то там мучение, а тут не мучение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «мучение». Что вы подразумеваете под словом «мучение»? И насколько, ли это начинаешь уже отрицать. Ты с этим борешься. Когда тебе говорят «гениальный», ты уже с этим не борешься. Ты это воспринимаешь уже само собой разумеющим. То есть, если человек не гениальный, он начинает это отрицать, и если это повторяется 30 раз в день, он от этого мучится. То есть, ну, здесь больше ментально. Интересно. Что же такое мучение? Меня это слово интересует. Потому что почему вот в человеческом сознании запечатлилось, или запечатлили, или впихнули. Ну, человек же это не особенно мыслящее существо. Его крупно обманули. Это заранее трафаретно установленные формы мышления, которые он всего лишь использует. Почему мучение? Вот меня это интересует. Что подразумевается под словом мучение? Не можешь выдержать, что ли? Бросься, выбросься из окна, повесься. Что подразумевается под словом мучение вот, для нас, для людей? Давайте. Кто может сказать? Страдание, боль, которую мы не сможем терпеть. То есть, выражение 30 раз в день «какой ты гениальный» вызывает у вас страдание, боль, которую невозможно терпеть, и ты делаешь что? Давишь того, кто говорит, что ты гениальный, убиваешь его, уничтожаешь, уходишь, убегаешь. Что делаешь? Или сидишь и мучаешься дальше.
Нет, конечно, да, не знаю, это интеллектуально, каждый по-своему, кто-то может или не отреагирует на дурака, а кто-то и гениально будет беситься. А может, то, что вы называете мучением, я пробую найти альтернативу, но я не могу найти, в человеческом языке нету, является формой удовольствия, становится формой наполнения своего дня чем-то хотя бы. Ну, как вы знаете, человек обычно, который долго болен чем-нибудь, особенно раком и так далее, сам рак становится смыслом его жизни, он даже об этом не знает. Но 24 часа он посвящен этому, планы такие, сякие, хотя бы похороны, сколько цветов придут, кого позовет на похороны. Это виртуальная жизнь в голове. Можно ли это назвать мучением? Нет. Вот очень, очень правильно, что вы сказали. Поэтому слово «мучение», я просто хотел сказать, это трафаретное слово, не говорящее ни о чем. Потом, я могу и продолжить. Выбирайте. 6 месяцев тебе каждый раз, 30 раз в день говорят, какой же ты дурак, или будет проблема с твоим ребенком. Проблемы серьезные. В течение этих же 6 месяцев. Выбирай. Тут особенно и выбирать не надо, без проблем идешь на мучение. Оказывается, эти мучения, ну не настолько уж прямо и мучение получается. Раз ты сознательно идешь, значит, все зависит всего лишь от сравнения и возможности выбора. Даже придет момент, когда это мучение становится таким удовольствием, что сумел, оказывается, выторговать этот вариант, потому что было бы существенно хуже. Но мы все равно воспринимаем это как мучение, а не как шикарную возможность избежать действительно большие мучения и проблем. Почему человек воспринимает все как мучение? Только потому, что ему эмоционально это, ну скажем так, некомфортно. Я бы не сказал неприятно, некомфортно. Скажите, пожалуйста, вы идете в фитнес-зал. Ну, есть люди, которые занимаются этим всю свою жизнь, наверное, это имеет большой смысл. И что-то там бегаете, как такие, что-то какие-то гантели туда-сюда, штанги. Можно ли это назвать мучением? Нет. Нет? Я могу. Какое-то, знаете, давление самофор. Конечно, если там нужно не двигаться, и берешь нагрузку, ты чувствуешь себя дискомфортно, а до того, как ты чувствуешь себя дискомфортно, обязательно обратите внимание, мышцы работали точно так же. Они что, стали работать сразу так, как резко? Нет, они так же и работали. Любопытно. Получается, что ощущение мучения ничего общего с самим источником мучения не имеет. Мышцы как работали, они так и работают. Тебе даже было приятно, что они так вдруг работают. Ты специально для этого и пошел туда, чтобы мучиться. Но вот уровень, когда удовольствие переходит в мучение, на самом деле это ментальное состояние, а не эмоциональное. Я поэтому изначально спросил, что такое мучение? Это ментальное, это эмоциональное? Вы сразу сказали эмоциональное. Так это чисто ментальное состояние. Что такое? Он правильно ответил, браво, да, это ментальное состояние. И вы знаете, если бы человек, которому говорят, какой же ты дурак, был бы поумнее, то он за этих 6 месяцев многому бы мог научиться, если бы знал, как учиться. Учиться это не значит воспринимать все так, как сказано, а уже форма восприятия его зависит от него самого. Точно так же, как гений. Если ты человеку можешь говорить, какой же ты гений, через 6 месяцев ты из него превратишь дебила. Без особенных его же собственных мучений. Но в дебила он превратится. Получается, что? Что даже в том процессе, который вы называете мучением, могут быть очень конструктивные результаты. И в том процессе, который мы называем, ой, как приятно, какой кайф, какое удовольствие, идет процесс полной деструкции личности. Во всех смыслах.
Ну, вы знаете, очень часто в семьях, особенно, скажем так, новообеспеченных семьях, появляется достаточно, ну, деформированные какие-то отпрыски. Хотя посмотришь, родители нормальные, а отпрыски деформированные. Хотя родители, как все нормальные родители, старались дать своим детям максимум. Но максимум чего? Никто не спрашивал. Вот максимум приятных эмоций, вследствие которых у тебя есть разрушение личности, то есть не формирование личности. Можно ли это назвать мучением? Еще как. Чего это вы там супруги шепнули? А? Метод воспитания должен начинаться с воспитания самого родителя, а не с ребенка. Вот когда родитель знает, что такое быть родителем, то он начинает на своего ребенка смотреть с осторожностью и подходить к нему действительно не как родитель, а как мудрый человек. Если подойдешь как родитель, испортишь только так. Тут кроме эмоций ничего нет. Сопли, эмоции постоянно. Поэтому, да, родители, надо воспитываться. В общем, поехали дальше. Пока у нас разговор идет о смерти. Тоже интересная штука. Значит, посмотрите. Возвращаемся в ад, слава Богу. У вас первая реакция — мучение. То есть эмоции, эмоциональные состояния, которые неприятны. Обратите внимание, неприятны. Вот и все. Из вас кто-нибудь был в аду? А мы сейчас где? Ну, я вам скажу, что да, это такая самая удобная форма ада на Земле. Пока, на этот момент. Он же тоже модификации идут в аду, понимаешь? Значит, человек, когда умирает, он попадает в ад. Причем его бедного испугали, что это так страшно. Понимаешь, что надо сделать все, чтобы избежать ада. Хотя там избежать практически невозможно. Потому что ад — это единица, через которую ты должен пройти, чтобы попасть на следующую. Единицу, чистилище. Но ничего общего с эмоциональным состоянием, хорошо, плохо, приятно, неприятно, это не имеет. Абсолютно. Они с удовольствием идут в ад, если он как таковой есть. Никто не возвращался. Это не значит, что там приятно. Вопрос в том, что по ту сторону смерти рассматривается с позиции имения рук, ног, тела из жизни. Но это невозможно. Ты в космосе, если даже в космосе находишься, на тебя гравитация не действует. То есть твое тело на самом деле становится без тяжести, без этого, как сказать. Твои мышцы не работают, у тебя нет никаких процессов, которые должны работать в случае гравитации. Фактически тело становится, ну, относительно ненужным атрибутом. Не настолько нужным, как на Земле. Просто в космосе. А теперь представьте ад, то есть другое состояние, где тело как таковое вообще не существует. Там получается все ценности, я не говорю о жизненных ценностях. Вот все, что присутствует в голове, в мысли, я не знаю где, в душе, становится абсолютно неважными, секундарными, бессмысленными. Включая даже самые ценные вещи на этой земле. Но только потому, что пространство и время потеряли свои параметры. Для примера давайте приведу вот такой пример. Мы все, конечно, я чувствительные примеры привожу, зато легко объяснить. Мы все, конечно, относимся к своим детям так, как мы к ним относимся. Вот теперь представьте, относились бы мы точно так же, если бы у нас была возможность перемещаться во времени назад. Вот как резинкой стереть. Вот не важно, что случилось с ребенком. Абсолютно. Ты можешь вернуться на 3 дня, на 6 дней, на неделю назад.
и предупредить вот это. Понимаешь, что я говорю? Было бы ваше собственное отношение к вашему собственному ребенку точно таким же, как сейчас, через 2 года, если у вас есть всего лишь возможность оперировать во времени. Как вы думаете? А что же изменилось-то? Ваше собственное дитя, оно свое собственное. Изменилось то, что нет никаких опасностей. То есть они есть, но вы на них смотрите абсолютно, как будто их нету. Потому что в сущности вы становитесь полубогами. В любой момент ты можешь видоизменить ход событий. И получается, твой ребенок защищен постоянно. Автоматически твоего отношения к твоему ребенку не имеет в себе элемента обеспокоенности, например, страха и так далее, и так далее. То есть эмоциональный спектр, который присущий, тебе сейчас становится инвалидным. 70% просто уходит. Становится бессмысленным. Это я говорю только если вы оперируете в биологическом состоянии временем. А теперь представьте, когда у вас даже биологии этой нету. Абсолютно все подходы ко всем ценностям становятся совершенно другими. То есть адом можно устрашать людей, пока не люди. Вот когда они перестают быть людьми, вы знаете, это очень даже интересно. И никаких мучений не происходит. Происходят действия, события, процессы. Когда вы спите, ведь все же это происходит и так, и сяк. Хотя биологическое тело никак не участвует. Но оно же происходит. Вот что происходит в аду. По теологии, теософии, форма ада, то есть не форма, а смысл ада, это селекция. Ты же притащил отсюда, из этой жизни, багаж, чемоданы. Это посмотреть, что в этих чемоданах. Что с чем надо сложить, потому что то, с чем ты приходишь, это полный хаос, полнейший. И вот в аду начинает вот это так. Это не надо выбросить, это надо оставить, а вот это надо выбросить. Вот это чистилище. Нет, это не чистилище. Это ад. Что выбросить, а что оставить. Вот второй этап, это чистилище. Объясню. Когда весь этот багаж, который оставлен, в котором типа нету вирусов, ну, посмотрите вот так, начинает распределяться по дальнейшим своим качествам и параметрам. Это текстиль, это металл, это пластмасса, это вот это, по своим качествам, по смыслу. Начинает группироваться, то есть группации создаются. Вот это чистилище. И тогда определенная часть чего-то, ну, например, положительных эмоций, я даже не знаю, что это такое, в этой категории не существует положительных эмоций. Если ты сам себя любишь, то ты единственный, который называешь это положительной эмоцией. Остальные это называют нарциссизмом и так далее, и так далее. И не рассматривают почему-то как положительное. Хотя никому плохого ты не сделал. Все относительно. Но в любом случае, вот такая категоризация вот этих состояний эмоций идут в рай. Чем рай и питается, это как бензин. Он наполняется, так говорит Эсофия. Определенная часть других эмоций, вот я пошел на штанги, вот, поднял тоже эмоциональное состояние, они возвращаются в ад. Чем питается сам ад? Они же должны чем-то питаться. Вот чистилище происходит вот это деление. Ну и потом, когда ты как, ну не ты, а говорят твоя душа, исполнила свои какие-то функции, в жизни прожила, набила чемоданы, да в сущности это, знаешь, на что? Похоже на барыгу, который вот переехал через границу, набил чемоданы и тащит челнок. Что-то. Вот притащил, распределил, что в деревню продать, что в городе продать, что себе оставить. А потом снова, через 2 месяца, снова пошел барыжницу, поехал. Теперь в другую страну поехал, оттуда что-то привезти, продать. То же самое здесь. И для этого, говорят, душа снова помещается в соответствующее тело. Ну, у него же есть опыт барыги, да, он отлично работает, барыжничает на текстиле, трикотаже.
Вот. Помещает соответствующее трикотажно-барыжническое тело. И он начинает опять тащить. Вот так работает, это современным языком объясняю, вот так работает все это дело в смерти. Ну, понятно, так просто оно не работает. Но как-то же оно работает, для чего-то существует и жизнь, и смерть. Самая важная часть – это не душа. That's the most important part. Душа – это как раз чемоданы, которые тащат. Вот и все. У души нет личности. Это hardware такой, своеобразный hardware, с помощью которого что-то переходит отсюда туда. Тело же не переходит. А вот клад – вот это важный фактор. На каждом этапе развития человека на Земле или человечества на Земле, не только человечества, любого создания, любой точки галактики, в зависимости от его поведения, я не говорю о правильном или плохом, вообще в зависимости от его поведения, от того, как он оперирует этим кла, видоизменяется само кла, приобретает новые параметры. То есть следующая эволюция этого же кла в кого-то другого. Это уже то кла плюс, скажем так, специфичность использования этого кла в предыдущей инкарнации. То есть вот сейчас Гаухар нам, у нас в этой жизни как-то же использует свое кла, да? Что-то же делает с ним, с этой программой. Создает, фантазирует хотя бы. Что-то же делает. Вот она в этот софтвер, это не свой софтвер, в этот софтвер, благодаря которому движется, существует Гаухар, постоянно вносит новые параметры. И вот в следующей эволюции биологического тела, какое-то биологическое тело будет использовать этот софтвер. Но тогда вы спросите, а что же случилось с Гаухар? Кончилось Гаухар? Нету Гаухар. Ее как таковой нету. Есть следы ее пребывания. Вот это есть. Но Гаухар как таковой нету. Хотя людям, вы знаете, очень не хочется умирать. Они думают, что это так плохо. Потом, правда, им совершенно не хочется снова возвращаться. Потому что они понимают, какого хрена. Если уже и так хорошо. Вот. Интересная часть. Пока вопросы есть? Буду попробовать рассказывать. Рассказывать. Продолжаем разговор. Самая интересная часть всего этого – это кла, ребят. Это именно оно. Сущность всего. Смотрите. В своей эволюции само кла, я не знаю, говорил я тогда во время кла или нет, что кла для работы кла, для его даже эволюции, необходимо тело, hardware. Оно используется. Но приходит момент, когда кла начинает становиться таким multifunctional или multitasking, когда тело становится не настолько важным. То есть оно, это же кла, может воспринимать и гаухаровое тело, и Машино тело. Это получается, что кла в состоянии само выбирать тело, в котором оно будет оперировать. На определенной стадии этот кла, это уже ангелы. Я не знаю, говорил ли я это или нет. То есть не люди, но это даже не существа, кла, которое может выбирать тело для своей оперативности. И не забывать параметры свои в момент перехода из одного тела в другое. Просто не забываются. В этом случае гаухаровая кла, если выключить гаухар, ее нету. Все, эта кла не работает. А вот это начинает работать. Оно запоминает эту эволюцию интернета. Вот это уже ангелы. Так что
С каждым шагом и опытом смерти мы все больше приближаемся к ним. Так что ангелы – это наконец умершие люди. Да можно вернуться, но куда, дорогой, куда? Я извиняюсь, куда? Если можно быть везде. Хотя эти параметры уже не человеческие. Если ты в состоянии быть везде, не ты, я не знаю даже, как сказать, сущность, то все ценности видоизменяются. То же самое, как ваша возможность манипулировать временем. И ваши ценности видоизменятся. Сейчас вопросы есть? Очень много. Валяйте, я готов. И нота, оно не может быть бесконечно. Вы задавайте вопросы, чтобы знать, в каком направлении пойти, какую часть открыть. Вот уже такой вопрос. Вот этот суд, который творится в теле, он получается нужен только человек, да? Больше никому не нужен. Еще раз скажите. Ну вот этот человек. Скажите, пожалуйста, вам Эйнштейн нужен? Нет. Вам лично? Вы знаете, я в своей жизни тоже не чувствую особенного недостатка в Эйнштейне. Может, кто-то чувствует. Хотя это было бы полным враньем. Ребят, вы должны подняться, не в смысле должны, попробуйте подняться над личностными комплексами. И посмотрите на эволюцию с диапазона планеты хотя бы. Все, что происходит на этой планете, делается для созидания видоизменения самой планеты, а уже дальше идет системы, галактики и так далее, и так далее. Личностный элемент, он существует только на уровне личности, но и сама личность, она очень маленькая категория, она не видит дольше 1.5 метра и глубже 1.5 метра, и по временном параметре больше, чем на 2 дня. Я не говорю о планах, но она не в состоянии зарегистрировать, потому что она маленькая личность. Вы спросите, а можно ли быть большой личностью? Можно, но зачем? Тогда понятие человека в нашем понимании видоизменяется. Ты начинаешь оперировать, ребят, временным диапазоном, например, 20-30 лет. Я не о планах говорю. Вы сейчас можете сделать себе план на 20-30 лет, это будет фантазия. Но если вы реально оперируете диапазоном в 20-30 лет, вот представьте, для вас минута – это не минута, а 2 года. То есть, что ты говоришь? Да блин, ну подожди секунду, это же сейчас через 18 месяцев. Это секунда для вас. И практически все действия, происходящие за 18 месяцев, вот так можно сгустить в какую-то 2-3 секунды, то ваше восприятие времени своего существования, своих эмоций, до всего своего вида изменяется. У тебя больше нету человека. Это не человек. Это не значит, что он не нужен. Он не существует. В человеческой категории он несуществующая, бессмысленная категория. Такие люди бывают. Не на этом уровне, но они бывают. У них что-то тут зацикливается в клад. И они начинают воспринимать время по-другому. И начинают экспериментировать, получая данные. О, их много. Ну, вы знаете, тот же самый Тесла, да Винчи и так далее, и так далее. Они остаются в истории только потому, что для нас они необычны. Вот и все. Они видоизменяют историю. Но никому они не хватают. Обычно их уничтожают. Или изолируют. Так было всегда, так всегда будет. Потому что человечество не оперирует в этих временных и пространственных диапазонах. Алло.
Алло, вы можете зависли немножко? Где мы зависли? На каком моменте? Да, они видоизменяют историю, но в человеческом мире это ненужные люди, в человеческом. Потому что человечество само так не видит. У этого человека нет диалога. С Да Винчи не было с кем говорить. Его не понимали и не могут понять. Он сумасшедший в их понимании. Точно так же Никола Тесла, он сумасшедший. Эти люди видоизменяют историю только потому, что они не люди. В нашем понимании человека. А человечество хочет их всегда уничтожить, рассматривая их как опасный элемент. Только потому, что он может сделать то, что я не могу. Это всегда так было, всегда так и будет. То есть, расширяя диапазоны возможностей своей личности, это возможно. Ты все больше удаляешься от человеческого общества. Не приближаешься, а удаляешься. И вспоминать тебя будут, когда ты сдохнешь. Потому что когда ты живешь, ты представляешь опасность. Поэтому Гагарина очень приятно любить после того, как его нет. Потому что... Ну, дорогой, Гагарин, скажем так, был один из первых, хотя это был не первый, но один из первых, который побывал в космосе. Ну, космос, ребят, это не парк первого президента страны. Космос – это время, это место, где время и пространство функционируют совершенно по-другому. Там нет гравитации. Автоматически. Все частицы работают по-другому. Автоматически. Ты там такого насмотришься. Автоматически. Помните, я говорил, что секунда расширяется на 18 месяцев. Там все возможно. И когда человек с таким опытом, новым, скажу так, понавидевшись, понаслышавшись, вдруг остается живым, но он уже не человек. Один раз осознавши что-то, ребят, он перестает быть человеком. Ценности вида изменяются. Это как Pandora's Box. Знаешь, что такое Pandora's Box? Этот ящик Пандоры, где находятся тайны. Вот раз открыл тайну, выпустил вот этого джина, эту силу, и почувствовал ее. End of story. Ты больше не в состоянии возвращаться в старую шкуру и забыть. Потому что это самое интересное и ценное, то, что ты видел и слышал. И никому не объяснишь. А самое интересное, никто не хочет, чтобы ты кому-то это объяснял. Потому что их будут воспринимать как идиотов. Поэтому, знаете, вот такие люди, которые видоизменяют мир, они очень нужны человечеству, особенно в мертвом виде. Когда ими, как лозунгом, можно махать, вот так, именами, трясти. Ой, какой Христос был! Какой он был! Бедный, когда умер, блин, от счастья убежал и не прибегает до сих пор. Говорит, я еле смотался. Вот что сделали. Какой он был. Посмотри, то же самое и Тесла. Да их много было, ребят. Но эти люди видоизменяют или влияют на эволюцию. Обычный человек не влияет на эволюцию. Нечем. Он является результатом этой эволюции. Что? Что вы сказали, Гохар? Еще раз скажите, как сделать так, чтобы... Дорогой, все, что есть, зависит от тла. Все, что есть, зависит от того, как ты используешь этот софтвер. Так, я понял вопрос, сейчас попробую. Наконец-то дошел до вопроса. Значит так. Софтвер, он огромный. Софтвер – это канал, через который вот то состояние несуществующего времени, то состояние существующего пространства входит в тебя.
Происходит это также во время состояния сна. Канал работает. Все работает точно так же. Но тело или время на улице не настолько мешает, потому что слишком закрываешься. Вот. Проблема находится не в кла. Проблема находится в процессе использования этого кла. То есть в так называемом сознании. Я сейчас пока использую очень человеческие слова, потому что я сейчас как раз формирую новую, скажу так, новую технологию использования этого гла, где сознание само по себе, как мы привыкли называть этот процесс, не знаю, что это такое, не совсем правильно. Сознание – это то, где находятся все ваши ограничения. Невозможности. Возможности находятся в кла. А ограничения и незнание использования этих возможностей находятся в сознании. Это значит, надо видоизменять сознание. Надо его учить, как не делать так, как делал вчера. Смотри, как я интересно сказал. Не в смысле, как сделать правильно. Как не делать так, как делал вчера. Потому что ты уже это сделал. Повторение, мать учения, это получается, когда тебе 30 раз в день говорят, какой же ты дурак, это супер. Повторение, мать учения. Через 6 месяцев ты научишься, что ты дурак. Наконец-то. Нет, повторение не мать учения, ребят. Повторение, это есть категоризация именно тупизны. Поэтому лучше не повторять. А делать по-новому. Намного интереснее. А вот по-новому не все хотят. Не то, что не могут. А зачем? Если, вот сейчас я скажу волшебное слово. Если уже хорошо. И тогда ты спросишь. А что такое есть хорошо? И ответ. Ну блин, ну приятно же. И мы застряли опять на эмоции. Значит, хорошо — это качество приятной эмоции. И мы говорим о разумном существе, которое называется человек. Дал ему траву, он пожрал, желудок набил. И хорошо. И конец. Вопросы, ребят? Вопрос такой. Получается, что клад... Там сушится где-то до момента своего нового рождения, да? Где-то там висят на веревочке. То есть ждут какого-то своего времени. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Кла – это софтвер. Вот представьте, ребят. Давай сделаем так, потому что нам сейчас с этой позиции легче это представить, чем, например, лет 50 назад. Но вот представьте, мы играем онлайн-гейм. Ну, это делают все ваши дети сейчас. Онлайн-гейм. То есть есть какой-то софтвер. Огромный. Очень мощный. И каждый из нас, наш компьютер, подключен к этому софтверу. Одному. Но используем мы этот софтвер по-разному, правда? Ну, один там в этой... Ну, вы не играете, что ли, все эти фармы, шмармы, я не знаю, как называете, дурные. Вот. Там машины гоняют, там дети, например, людей гоняют машины. Одновременно. Но позиция, как они смотрят в этом софтвере вот на того, кто обогнал. Фактически у нас есть 10 совершенно разных позиций, правда? Позиции разные. Смотрите, софтвер один, но здесь есть 10 совершенно разных позиций. Вот твоя позиция, органика, динамика, это и есть твой кла, как ты его используешь. Ты можешь его использовать по-другому. А уже все это зависит от того, какой ты игрок. Что значит сознание? Но кла одно единственное, хотя твое кла зависит именно от того, как ты его используешь. Если ты видоизменишь форму, как ты используешь свой же компьютер в этой же игре, диапазоны у кла огромные. То есть кла не висит. Игрок ушел, закончилось. Пришел другой игрок. Это как вымя, из него сосут постоянно молоко. Но молоко централизированное. Потому что, ребят, смысл самого кла – это не канал твой,
к кла. А богатство самого того кла вон там, к которому присосались триллиарды телят и сосут вот это. Так обогащается сам софтвер огромный, я грубо говорю. То есть сигналы. Называется этот центр клагон. То есть твое не висит нигде. You're off the line. Finished. Исчезло. Как только включишься, оно тут же включится. Но оно не совсем off the line. Извиняюсь, не совсем off the line. Потому что пока ты живешь, ты играешь. У тебя же печень работает, то работает. Неважно, как ты используешь. Может быть, ты встал своим автомобилем и пьешь кофе. Но ты все равно в игре. Поэтому пока ты есть, кла есть. Ты грохнулся. You're off the line. Значит, другой игрок, который появится на подобном уровне, который выберет по своим параметрам подобную машину, который будет похож на тебя по своим биологическим параметрам, реально будет воспринимать именно ту форму кла, которую ты уже воспринимал. Поэтому у него будет ощущение, блин, да кто-то же играл уже на этой машине. С этой машиной гонял. Давай, спрашивай. Получается, понятие личности секундарно. Очень хороший вопрос. Понимаете, Гухар, смотря с какой позиции посмотреть. Секундарно понятие личности от качества всех игроков зависит динамика самой игры. Так вот, как играет каждый игрок, это и есть личность. Но чтобы его личность оперировала правильно, он должен использовать свою личность в условиях, в которых он существует. Во времени и в пространстве. То есть, этот компьютер, эта комната в это время. Вот тогда динамика пошла. Нет, она не секундарна. Она как раз приоритетна, если мы говорим о человеке. Вот как только он off the line, становится секундарным. Все. It's irrelevant. То есть, как человек грохнулся, личности не существует. Еще вопросик? Получается, не вопрос, процент модификации клана. Получается, что когда приходит смерть, процент модификации клана невозможен. Все, конец. Кла модифицируется только когда ты в игре, то есть есть биологическое тело. Нет биологического тела, кла нет. Вот условно, я кончилась, умерла, меня нет. Я не могу прорабатывать эмоции. Вас нету, вам нечем. Чтобы вырабатывать эмоции, нужно тело. Так же это не мысли. Подожди. Чтобы вырабатывать мысли, я не знаю, что вы подразумеваете под этим, мысли. Думать. Ну, это большое сомнение, вы ли это думаете. Но неважно. Скажу так. Чтобы выкатить что-нибудь, нужна задница. Без этого не пойдет. Вот представьте, что голова – это задница. И оттуда что-то выкакивается. Вы можете называть это думать. Я больше стою на стороне какить головой. Потому что качество то же самое. Но какить необходимо. Это есть составляющая часть жизни. Динамика ее. Вы когда говорите мысль, вот опять же неправильное, не то что неправильное, а естественно неправильное подразумевание или ощущение. Вы не подходите к этому как, ну, например, слюна. Когда говорим мысль, у человека сразу возникает что-то громадное, такое очень сакральное, очень далекое, очень то все. Ребята, это совсем не так. То, что называется мысль, это всего лишь электричество. И частота этого электричества. Отсюда один неврон дал, и пошло. Вот ваша мысль вся. Поэтому по электрическим проводам текут ваши мысли. Оно так и есть. Не воспринимайте мысль больше, чем она того сама заслуживает. Это естественный, постоянный продукт. И все. Качество этого продукта
зависит от того, как ты используешь вот тут сознание, возможности своего собственного кла в своем же теле. А человек каждый, естественно, думает, что если я думаю, я делаю такое большое дело и для себя, и всего окружения. Хотя окружение этого не замечает. Это о мыслях немножко. Еще раз короткий вопрос, я не до конца понял. Вот этот план, после смерти, она, как вы говорите, не тоже уходит, она умрет, выключается, то есть его уже не существует, но столько фигурации, как оно было. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Но существует регистрация. Регистрация всего времени использования и как использовалась эта кла, когда вы играли в эту игру. Для чего существует регистрация? Чтобы в следующий раз, когда какие-то мамы с папой родили какое-то чудовище, маленькое, биологическое, оно всосало самое соответствующее для себя кла. Так кла эволюирует. Если игрок был на этой машине уже профессиональным шофером, то вот это, скажем так, вот этот плагин, я не знаю даже как назвать, этот канал, чтобы не попал, не пошел в руки какого-нибудь начинающего, он начинает деградировать сам канал. А чтобы этот канал использовал тот, у которого есть возможность сделать шаг вперед. Вот в этой игре. Конечно, возможно. Смотрите, ведь в любом случае, когда появляется человек, он пустой, это пустая коробка. Кла заставляет его двигаться. Ноги, руки, глаза и так далее, и так далее. Но сознательные процессы микроскопические, правда? Да. И вот кла начинает интенсивно его развивать, даунлодовать в него ту историю игры, правила игры и, скажем так, специфику игры, которую уже играли в этот кла. Поэтому у этого человека постоянно присутствует ощущение, что кто-то есть с кем-то что-то. Это всего лишь только потому, что уже играли вот так. И потому что у него биологические возможности, способны к такой игре, есть. То из него возможно сделать эволюция этого игрока. Будет или нет, тоже вопрос. Все зависит, как сформируется его сознание. Оно не сформировано. Я же вам говорил миллион раз, сознание – это не естественный процесс, это искусственный процесс. Как сформируется? Вот на формирование сознания влияет воспитание, социальная среда. Ой, да ты что, это что, с ума сошел? Да это вот так. Все же все знают. И если повезет, или даже наоборот, не повезет. Ну, скажем так, если в социальном смысле повезет, будет он большим, богатым и толстым. Если в социальном смысле не повезет, может быть, будет он каким-нибудь Николой Теслой. Или то есть, получается, прежде всего, сохраняется. А он, да, вы абсолютно правы, он сохраняется, но объясняется не настолько понятно, да? Да. Просто. Он сохраняется. И дает возможность. Что в реинкарнации, в том концепте реинкарнации? Ты овца, вот так приблизительно я перевожу, которая любит жевать траву. Так у тебя, овца, появилась возможность пожевать ее по другому кругу. И овца вся радостная говорит: «Ой, я траву буду жевать снова». Да, и говорит, блин, обмакинули. Понимаешь? А в другом случае, говорят, ты игрок, который может играть в эту очень сложную игру, а игра еще сложнее стала. Хочешь попробовать? Он говорит, блин, давай! Как она называется? Называется жизнь. Давай поиграю. Где у нас джойстик для этого? Вы понимаете, игра, она есть игра. Одному доставляет удовольствие креация, to create. Другому пожевать траву. И одно полезно, и другое полезно. Но для одного нужно одно сознание, а для другого другое сознание. Знаете, я не знаю, что сложнее. Жевать траву не так легко всю свою жизнь. Это надо убить себя до, я не знаю, какого уровня.
Вот. Вступить в контакт с главным моментом, когда он там ждет следующей реинкарнации, невозможно, да, оно как бы реагирует на внешние сигналы, я так понимаю. Вы, нет, дорогой, это так не работает. Механизм начинает работать, когда хардвер готов. Мама с папой свое тяжелое дело сделали. Попыхтели, попотели, понимаешь? Прошло 9 месяцев, сформировался компьютер, и он первый раз открылся. Вот первое открытие этого компьютера, когда его firmware, то есть его BIOS, основные функции, сразу поднимаются, начинают первый раз работать. Это и есть рождение. Все, после этого компьютер открыт. Начинает вот так вот забиваться. В зависимости от конфигурации компьютера на этот момент. Но не забивается больше, чем нужно. Угу. Человек родился, прожил какой-то момент жизни, да, не поступает в этот момент, когда он думает, что кто-то уже играл, он это уже видел. Вот тут что-то здесь дежавю, правильно? Ну, это не совсем дежавю, но да, чего-то близкого. Да. То есть, получается, он проживает несколько повторных жизней в одно и то же время? Нет. То есть, события повторяются? Дело не в событии. Повторение событий ничего общего с этим не имеет. Вы не совсем правильно понимаете. Потому что, смотрите, когда вы спите, то есть, когда человек спит, то даже в его снах может проходить событие, которое уже когда-то происходило. Но он об этом не знает. Он это воспринимает как «я видел такой сон, большое впечатление». Но очень возможно, что потому что все это зарегистрировано в КЛА, просто фильм прокрутился, в это время же он спал. То, чего уже происходило, что настраивает его эмоционально на очень близкие частоты, как у того игрока, который играл когда-то. То есть в течение сна тоже формируется вот эта биологическая личность. Вот этот человек формируется, его сознание. В дежавю это совершенно другой элемент. Нет, я говорю на то, что это не во сне, а это наяву. Допустим, я в частности часто вижу его то, что происходило. В принципе, до 3 минут вперед я уже знаю, что будет. То есть, все человек, я знаю, что он зайдет, я знаю, что он скажет. Я знаю, что я отвечу. Правильно, это не только у вас, практически у всех сидящих там. Ну да. Две минуты, три минуты. Плюс, тут присутствует что-то. Ощущение того, что будет происходить, оно совершенно естественное. Потому что ваш мозг, ваши биологические возможности в состоянии регистрировать сигналы, независимо от расстояния этих сигналов. То есть, когда человек идет, вы его не видите, но это не значит же, что он не идет, что его мысли не направлены в этом направлении. Вот тебе и регистрация. Вы говорите, 3 минуты, 2 минуты и так далее, все нормально. Это естественное, нормальное состояние человека. Скажу так, если развиваться в этом направлении, то эти 3 минуты можете продолжить и на 15, и на 20, и на полчаса. Вопрос в том, что, Арман, это бессмысленно. Рядом стоящие начнут тебя не понимать. Ты начнешь изолироваться. А в сущности, вы будете делать анализы из позиции человека, из позиции нормального человека, но у вас есть возможность видеть на полчаса вперед. А все равно анализ будет вот этот. Конфликт будет. Обычно такие люди не могут существовать в обществе. Они сами изолируются, они не могут понять, как существовать. Как воспринимать реальность? То, что будет через полчаса или прямо сейчас? Что реально? Для него и то реально. Я постоянно сказал, что это уже было. И почему-то это повторяется. Это я уже рассказывал какой-то своей. Скорость регистрации процесса, она настолько быстра, что вот зарегистрировался процесс, попал в память, буквально через микросекунду этот процесс повторяется, из памяти выходит, и у тебя ощущение, что это уже было. Да, было. Это один из вариантов, есть 3 варианта. Микросекунду назад уже было, оно уже находится в твоей памяти. Давайте не идти в этом направлении. Я, кажется, лекция у нас была, да, по поводу памяти или нет? Есть 3 опции.
Ой, человек, не только человек, а биологическая материя – это очень интересный механизм. С такими возможностями, просто с ума сойти. То, что сознание, оно очень простое. Оно очень простое, оно не знает, как это надо использовать. Может быть, даже не надо, чтобы знало. Черт его знает, не на мне решать. Да, а теперь давайте о смерти, наконец-то. Да, тетя Маша. Возможно ли общение с людьми лучше? Ну, без проблем, без проблем. Подожди, тетя Маша, ну-ка вы спросите. Если они говорят, если они говорят, что все общаются. Объясню, садитесь, сейчас объясню. Это просто. Тетя Маша, вы спросите, что хотели. Да, ну, сейчас мы... Давай. Я просто хотела, знаете, если не возражает никто, на прошлой лекции вы озвучили такой фразой, что качество смерти зависит от качества жизни. То есть, и не расшифровали эту вещь. Вы можете с вами найти, как вы понимаете качество жизни, что такое качество смерти? Тетя Маш, вопрос такой глубокий, вы знаете, и он требует не то, что нелегко, а на него так коротко ответить сложно. Давайте мы не будем обсуждать вот в этом. Сейчас. Это не простой ответ, это такая лекция ответ будет. Я пока отвечу на более простый. Возможно ли разговаривать с грохнувшимися? А кто это спросил у меня? Галия. Так, Галия, дорогой, без проблем. Все, что вам для этого нужно, свои собственные мозги. Секрет и тайна всего находится в вас самих. Не в вас самих, а в возможностях вас, которые находятся в вас самих. Когда вы вспоминаете человека, не важно какого, есть он, нет он, что такое слово «вспоминать»? Вы не знаете, но внутри себя, внутри процессов, вы формируете, благодаря вот этим электрическим зарядам и так далее, вы формируете такую виртуальную копию этого человека. Но чтобы формировать эту копию, какие-то заряды должны же что-то вырабатывать. На самом деле вы начинаете быть... им. Опять же, что такое быть им? Это как настроить себя на Bluetooth, настроить на кого-то, которого неважно, есть или нет. И все, и его же элементы клана начинает воспроизводить свой ваш мозг. Это то же самое, как говорить с ним. Но использовать для этого только свои возможности, свои мозги. И все. Ну, вы знаете, Вадим, самообман – это именно то, ради чего все живут. И ищут самую удобную форму, как заняться самообманом. Потому что другого мы не знаем. Ваше восприятие мира и есть самообман. Алло. Что-то прервалось, ребят. Я говорю, Вадим, все, что мы называем жизнью, это и есть форма самообмана. Потому что кроме нас самих, ничего в нас внутри нету. И то, как мы воспринимаем все это вокруг, это ничего другое, как форма самообмана. Под обманом не подразумеваете ничего плохого. Это очень субъективно. Сам факт, что это субъективно, значит, не может быть объективно. Только потому, что вы находитесь в своем закрытом пространстве, которое называется тело. Так что самообман и качество этого самообмана – это то, к чему мы все стремимся. Называя это учением, прозрением, как хотите. Вот так вот. Друзья, ну давайте мы на этой, не знаю даже, как оптимистичной, не оптимистичной, ноте какой-то закончим, потому что у меня сейчас еще люди будут. А вы думайте, думайте. Пока живете, думайте, потом времени не будет. Хорошо?
Ну, тогда я вам привет огромный передаю. Спасибо, что были и на связи.